Привет, я Эден, и у меня была такая цель до Нового года сделать все видеотеги, что есть на интернете. Нет, шучу, но потому что вам понравился мой фильм, что в моей школьной сумке, так что я решила, что вам необходимо знать, что в моей обычной сумке. Давайте начнем. Первое, что вы найдете в моей сумке, это два банана. Банан — это лучше, чем шоколад. Когда вы едите шоколад, то ваши мозги, они горят от счастья, и они такие умные, и вдруг через секунду они падают вниз. Но с бананом это не произойдет. Так что если я чувствую немножко голод или немножко упад сил, я кушаю бананчик перед работой, после работы, вместо того, чтобы кушать пиццу и всякие неполезные вещи. Конечно же, после школы я ставлю мои очки из рюкзака в сумку, потому что я почти каждый день иду смотреть кино, я обожаю смотреть кино. И иногда это спонтанно, всегда это спонтанно вообще-то, так что мне всегда надо с собой очки, потому что мое зрение не такое уж хорошее, чтобы смотреть фильмы. И если мне надо рулить, конечно же, эти очки тоже переходят в эту сумку, потому что солнце, есть солнце, и с этим ничего не поделать. Конечно же, мой телефон любимый. Без него я не могу жить. Шутка, я могу жить без него. Это другие люди не могут жить без него. Я не привязана к моему телефону. Я даже не отвечаю на звонки. Я не люблю отвечать людям на звонки. Я 90% звонков пропускаю. Косметичка. С важной косметикой. Тут ничего нету, кроме тональной основы, пудра, румяна, маскара, не маскара, а тушь и помады. Чуть не свалилась с кровати. Следующая вещь — это книжка, которую сейчас мне надо прочитать. Это «Одиссея» от Омерос. Вы, наверное, знаете это. Интересно. Интересно, но трудновато. Но нет, ничего поделать. Скоро у нас экзамены, так что мне надо прочитать как можно скорее эту книгу, наверное, за один или за два дня. Поэтому она со мной в сумке везде. Мои ключики и мой чип, чтобы зайти домой. Очень важно. Я бы не хотела спать на улице в такой холод. Ментовые конфетки. Если вы смотрели мое видео о покупках, из Киева, то я сказала, что я купила вот это вот масло сухое, манговое, и я не знаю, что с ним сделать, но я нашла. Я ставлю это как бальзам, ой, слишком много влила, как бальзам на губы, и это натуральное масло, без химикатов, без ничего. Я люблю это на моих губах, лучше, чем блистик с всякими запахами и так далее. Конечно же, в моей сумке мой кошелек. Сейчас тут полно волос, потому что мой шарф линял в моей сумке. В общем, это мой кошелек. Я не знаю, что это за пятно. Думаю, это от зубной пасты, потому что я положила щетку зубную в мою сумку. Что еще тут есть? Мой парфюм от Lady Gaga. Fame называется, он пахнет обалденно, и он черный. Просто божественный вкус. Я очень люблю сладкие вкусы. Напишите мне, какие духи вы любите, потому что я люблю знать, какие духи люди любят. У меня тут лежит крем. Love Spell от Victoria's Secret. Этот крем мне дал мой друг, и с тех пор он лежит в моей сумке, потому что я люблю этот запах. И мой друг тоже несет вот это в своей сумке и ставит это на руки, когда ему надо. Так что я тоже поставила это вместо крема для рук. Я могу мазать это где угодно и пахнуть великолепно весь день. Ой, и вот и все. Тут ничего в сумке больше нету, кроме две ручки из двух ресторанов. Один от Benedict, другой от Giopanica. Giopanica — это не для меня ресторан. Но Бенедикт, я обожаю ресторан. Если вы когда-нибудь приезжаете в Тель-Авив или Эрцелия, обязательно идите кушать в Бенедикт. Это такой ресторан, где подают завтраки 24 часа в день. Завтраки со всего мира, с Лондона. Там есть самый вкусный Eggs Benedict с
морскими продуктами, или с соломоном, лососью, или с свинюшкой, не знаю. Вот это вот такая моя сумочка. Я ее купила из Мальты, не в этот раз, а в прошлый раз. Нам же не надо чемоданы с собой носить весь день. Я далеко от дома не ухожу никогда. Так что мне много не надо в моей сумочке. Если вам понравилось это видео, ставьте мне палец вверх, я буду очень рада. И пишите мне в комментарии все, что вам, все, что угодно. Какие, если вы хотите, чтобы я сделала какое-нибудь еще тег-видео или другое видео, все, что вам интересно знать, спросите у меня, я вам с удовольствием отвечу. Спасибо за просмотр и пока!